Лёш, да. У меня для тебя подарок. Это что? iPhone? Ну, я вообще-то люблю Android. Ну, хотя бы тут носки должны быть. О! Носочки. Да, мне тоже для тебя подарок. Давай. Я не знаю, что это. Мне мама отдала вещи ее старые. Пока мы тут ругаемся, давайте посмотрим прямое включение нашего корреспондента. Лёш, шапка, серьезно? Мне что, 8? Мы находимся в парке у театрального катка. Несмотря на такую хмурую погоду, горожане излучают позитивное предновогоднее настроение. Мы спросили у них, какие подарки они будут дарить на праздник своим близким и чего они ждут от наступающего Нового года. Какого? Какие подарки планируете дарить? Ну, никакие. Ну, не знаю. Пока не знаю. На что ждете? Ну, не что. Ну, там, может быть, чтобы зарплата больше была. Ну, не знаю. Ну, если они хотят дать побольше зарплаты, ну, я рада. Но пока я не знаю. Подарки дарить не планирую. Жду, что коронавирус улетучится. Ага. Может, для собаки своей что-нибудь, да? А собака у меня каждый день подарки получает. Какие подарки? Да что вы с этой собакой-то? Так. Какие подарки собака получает? Медальоны любят, утиные. А, ясно. Я тоже люблю медальоны. Ой, а можно нас не фотографировать? А мы не фотографируем, мы просто снимаем на видео. Да, скажите, на Новый год что ждете и какие подарки будете дарить? Ой, пока не знаю, что. Чудес ждем мы на Новый год, что мы еще можем ждать, дарить. Вот, крестникам будем дарить. С Новым годом, с наступающим. Спасибо. Скажите, что ждете от Нового года? Чудо! И чтобы были все здоровы, чтобы наконец-то все это закончилось. И свободы передвижения везде. Вот. Пока супруг ваш не слышит, отошел, да, что да, планируете да. дарить ему? Ему что? Телефон новый. Мужу я дарю электробритву. Вообще, мы очень хотели PS5 ему купить, но мы не смогли предзаказать, потому что какой-то страшный дефицит. Вот, поэтому обойдется электробритвой, она 23 февраля, может быть. Вот, ну, маме что-нибудь по хозяйству буду дарить, а папе, скорее всего, сертификат в Леруа Мерлен или в какой-нибудь такой строительный магазин. А от Нового года жду, ну, во-первых, хорошей погоды. Хочется, чтобы зима была такая снежненькая, чтобы можно было еще выбраться на коньки, на лыжи куда-нибудь. Ну, собственно, вот. И никаких приключений, какие нас ждали весной 2020 года. Подарки никакие не планирую дарить. Новый год ждут 2021 год, чтобы этот закончился.